научиться шить за 3 дня? Секреты прикладного искусства постигают многодетные мамы. В Шымкенте проходит мегафестиваль «Корпефест». Мастер-классы для рукодельниц проводят известные не только в Казахстане, но и за пределами страны этнодизайнер Арзат Турсунзада. Желающих не только обучают технологии, но и основам подбора цветов и даже ведению бизнеса в социальных сетях. Я считаю, что многодетная мама устает от однообразия. Ежедневно готовить еду, убирать, стирать. Но когда женщины садятся за швейную машинку, это как терапия. Приятно с полезным. Хорошая специальность. Раньше я мастер-классы не посещала, но хочу учиться новому. В основном дома занималась лоскутным шитьем. Гости приходят, смотрят, им нравится. А уже потом начала зарабатывать на этом рукоделии.